Совет Федерации, Верхняя палата парламента России. В нее входят по два представителя от каждого региона страны, поэтому неофициально Совет Федерации еще называют Палатой регионов. Гостеприимная хозяйка этого дома Валентина Матвиенко говорит, что Россия всегда была заинтересована в поддержке взаимовыгодных экономических связей с Молдовой. Всегда приоритетом Российской Федерации было и остается это укрепление суверенитета Молдовы, государственности Молдовы, поддержка ее неблокового статуса, естественно, право выбора молдавского народа на свой путь развития. Но мы всегда подчеркивали нашу заинтересованность в сохранении дружеских связей с молдавским народом, поддержки взаимовыгодных торгово-экономических связей. Уверена, что ваш визит будет способствовать восстановлению дружеских, взаимовыгодных экономических, гуманитарных связей между нашими государствами. Нас связывает очень многое. Общее православие, общее прошлое, общее настоящее. Общее настоящее – это сотни тысяч наших мигрантов, которые работают в Российской Федерации, те торговые, экономические связи, которые есть между нашими странами. Я уверен, что нас связывает общее будущее. Без стратегического партнерства с Российской Федерацией Молдове в нынешнем геополитическом контексте не выжить. Игорь Дадон подчеркнул, что сегодня у России и Молдовы есть реальный шанс решить некоторые двусторонние вопросы или хотя бы приблизиться к их разрешению. Встреча с председателем Совета Федерации проходила в расширенном составе с участием всей молдавской делегации. Как отметила по итогам встречи председатель партии социалистов, глава парламентской фракции ПСРМ Зинаида Гречан, были обсуждены вопросы межпарламентского взаимодействия двух стран, использование братского управленческого опыта, в том числе в сфере внедрения комплексных государственных социальных программ. Зинаида Гречанны отметила большое значение развития отношений между регионами Республики Молдовы и Российской Федерации.